Свиза модель D03 в красном цвете поставляется в такой вот пластиковой коробочке. Во всех ножах без исключения присутствует пинцет. Далее инструменты, штопор, две открывашки. Одна открывашка заточена, на конце второй имеется шлицевая отвертка малая, на конце другой шлицевая отвертка большая. Шило с отверстием заточенное. Лучше всего подходит для ковырятельных работ, потому как основное лезвие 75 мм. Длиной 2 мм толщиной и 15 шириной, не всегда с этим может справиться или не всегда справится, оставшись целым. Так что для всех агрессивных ковырятельных работ, пожалуйста, используйте шило. Все инструменты без исключения выполнены из нержавеющей 440-й стали. Свиза — это дочерняя компания, компания Victorinox, они купили их в 2005 году, но при этом решили оставить продукцию такой, какая она есть. Нож позиционируется как более совершенный, более современный тип перочинного ножа. Рукоятка и сам нож имеют изгиб, это более эргономично, плюс покрытие рукоятки силиконовое, так называемый soft touch. Все приборы имеют отверстия вместо шпеньков, поэтому могут извлекаться как левшами, так и правшами без проблем. Далее, имеется лейнер-лок на ноже. Это делает нож более безопасным. Под белой эмблемой в виде креста наличествует кнопка, которая отлично защищена, потому как находится, по сути, прямо под материалом рукоятки. Нож для любителей продукции от Victorinox, любителей перочинных ножей и так далее, или для тех, кто ищет какой-нибудь максимально удобный EDC-шник.